Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про цихлозому северум. Цихлозома северум – аквариумная рыбка с яркой внешностью и интересным поведением. Она одинаково популярна как среди начинающих аквариумистов, так и уже среди опытных владельцев подводных обитателей. Естественно, в среде обитания цихлозому северум можно встретить в водоемах Южной Америки, бассейне реки Ориноко, реках Колумбии, Венесуэлы и верховьях Рио-Негро. Цихлозому северум прозвали ложным дискусом. Эти рыбы очень похожи. Цихлозома северум, как и настоящий дискус, имеет высокое сжатое с боков тело, заостренными анальным и хвостовым плавником. В природе цихлозома северум может вырастать до 20 см в длину, в аквариуме до 15. Цихлозома северум красный жемчуг. Это американская цихлида, очень красивая, очень выносливая. Их еще называют ложными дискусами. Дискусы по своей природе рыбы сложные. Цихлозома в этом плане гораздо более выносливая рыба. Что касается совместимости, то цихлозома северум хорошо уживается с сыросмерными рыбами. Мелких аквариумных рыбок цихлозома северум может воспринимать как корм. Также важно отметить, что растения несовместимы с цихлозомами. Они будут либо съедены, либо выкопаны рыбами. Обладают довольно спокойным для цихлиды темпераментом, не агрессивны. Сажать их можно с соразмерной рыбой, желательно представителей американских цихлид. Это могут быть в том числе и чернополосые цихлиды, северумы любые, американские цихлиды, например, диафагусы, скалярии, например, те же самые, тоже можно. Попугаи прекрасно будут с ними сочетаться. То есть эта рыба не представляет никаких особых сложности в содержании, обладает мирным темпераментом, что, в общем, достаточно большая редкость для цихлид. Цихлозома северум – неприхотливая аквариумная рыбка. При уходе за ней важно следить за тем, чтобы в аквариуме всегда была хорошая фильтрация. Также стоит помнить о том, что этим рыбам необходим просторный аквариум. Цихлозома северум очень быстро вырастает до крупных размеров и при недостатке места становятся агрессивными. Как я сказал, в отличие от дискусов, они гораздо легче в условиях содержания. Обязательно наличие замороженных кормов, или живых кормов, это мотыля, артемии, трубочника. Также едят сухие корма. В целом это очень красивые подвижные рыбы, которые можно рекомендовать любителям больших аквариумов. Скорее всего, оптимальный объем от 200 литров. 200-400 в этом диапазоне. Температура воды стандартная, 25-27 градусов. При желании можно до 29. Все же 25-27 является оптимальным. Средняя продолжительность жизни цихлозомы северум составляет 10 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!